Это другая жизнь, когда человек бежит или идет длительно, у него включается определенная энергетика в организме, которая меняет вообще полностью восприятие мира. Ну, то есть длительное непрерывное движение включает волевой фактор, и все, что человек раньше не мог делать, ему легко это начать делать. Ну, то есть длительное движение, оно настраивает организм на волевую, как бы, победу на всю. То есть человек, когда длительно движется, он победоносно настраивается, он не может смириться с поражением в этом случае. Он всегда только побеждает. Так действует длительное движение. Оно волевую очень силу воли включает, волевой фактор. У женщин сила воли идет в красоту, в жизнерадостность, в нежность. У мужчины идет способность преодолевать трудности. Ну, то есть каждый человек должен быть сильным. Просто у каждого человека сила идет свое куда-то.